анонс и точно до выхода 32 серии турецкого сериала «Безграничная любовь». 32 серия сериала вводит в эфир 16 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Халиль очень тяжело переживает их расставание с Зейнеп. Ему кажется, что девушка отказалась от него, найдя для этого первый попавшийся предлог. Но мужчина не знает, что Зейнеп продолжает любить его. Но ей было нужно защитить его, и потому она сделала все для того, чтобы Халиль отказался от нее. Халиль приходит к Нихату. Он говорит мужчине, что их вражда никогда не закончится, пока один из них жив. Но он намерен исправить это. Мужчину такое заявление смешит. После он отправляет своего человека к Фикрету, чтобы тот убил его. Парень проникает в дом, и прежде чем выпускать Фикрета несколько пуль, он называет его самым глупым человеком из тех, кого ему только доводилось видеть в жизни. 32 серия сериала выйдет в эфир 16 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.